Всем добрый вечер. Матч на первенство мира начинается уже завтра, значит, пришла пора завершать наш цикл разбора лучших партий между претендентом и чемпионом. Уверен, что партию, которую мы сегодня посмотрим, вы уже видели, но, как мне кажется, что есть серьезный повод для того, чтобы ее пересмотреть. Партия заняла первое место в нашем хит-параде. Она была сыграна в Кубке Синфилда, в супертурнире в Сент-Луисе. Магнус Карлсон не играл белым цветом, Фабиано Каруана играл черными. И был разыгран дебют слона. Это не первый раз, когда мы видим дебют слона. Не то, что в партиях Магнуса Карлсона и Фабиано Каруана, а даже в этом хит-параде. Видим, Магнус экспериментировал с ходом слон c4 довольно давно. Ход неплохой, достаточно ядовитый, но вот здесь Фабиано избирает наиболее жесткое возражение, d5. Понятное дело, что ЕДЦД здесь белым ничего хорошего не дает. Но слон b5 есть просто ход слон d7. Лучше может быть только у черных. Поэтому чаяние белых в основном связано с ходом слон b3. Ну и Фабиано делает один из самых сильных ходов. Здесь это слон b4 шах. Также ход a5, в принципе, стоит за черным довольно неплохо. Я его рекомендую посмотреть тем шахматистам, которым приходится часто бороться против дебюта слона. Слон b4 все равно очень сильный ход, заметно точнее, чем слон d6, по той причине, что белого коня отнимается поле c3. Как мне кажется, белым здесь чуть больше шансов на дебют, например, сдает ход слон d2, но Магнус играет c3, это явно с расчет, было сделано с расчетом на долгую борьбу. Партия была сыграна в третьем туре, в этот момент Каруана лидировал в турнире со 100% результатом, Магнус отставал от него на очко. То есть чемпиона мира крайне желательно было в этой партии поставить перед соперником проблемы, а лучше ее выиграть. И поэтому делает ход слон g5. На самом деле ход слон g5 фирменный для чемпиона мира в таких итальяно-испанских структурах. У хода есть свои плюсы и минусы. Часто слон на h4, потом на g3 оказывается вне игры. Но с другой стороны, перед черными встают конкретные проблемы. То есть с этой связкой нужно что-то делать. И здесь, как мне кажется, наиболее точное решение принимает Фабиано. То есть ход слон e6 применялся ранее, но тогда после d4 у белых получается, в какой-то степени получается дебютная инициатива, поэтому черным выгодно снять напряжение в центре. Последовало h6. Слон h4. Понятное дело, что размен на f6 или любое другое отступление слона было бы признанием неверности всей постановки дебюта. Ну и вот здесь Фабиано находит довольно грамотную расстановку. То есть он играет ферзь e7. Намекает на то, что черные не спешат с рокировкой. Возможно, в каких-то позициях он смотрит ход g7, g5. Конь d2. Конь d7. Ну и вот здесь небольшая неточность, на мой взгляд, со стороны чемпиона мира. Сыграл слон g3. Как мне кажется, ход слон g3 связан с какой-то степени с профилактикой, то есть черные дали понять, что они хотят следующим ходом рокировать и получить комфортную позицию. И теперь после 2-0 у белых довольно сильное возражение есть конь h4, создавая две угрозы вилки на поле g6 и на поле f5, и судя по всему, черные здесь проигрывают. Ну, конечно, Фабиано в такую ловушку не попадается, он играет слон c7, а вот было ли белым столь необходимо отступление слона на g3, честно говоря, не ясно. Следовало 2-0, конь h5, черные высвечивают недостаток хода слон g3. То есть возвращать на h4 слона поздно, последует g5, и черные получат явный перевес. И вот здесь Магнус делает еще один неочевидный ход. То есть крайне интересная идея, крайне интересная концепция, но все-таки ход, который исполняет здесь чемпион мира, очень рискованный. То есть он играет h3. Таким образом, белые готовят своему слону норку на h2. Практически не оставляют черным выбора, то есть брать на g3 надо, fg. Ну и вот теперь белые получают скрытую линию f, некоторую временную инициативу, но взамен они серьезно разрушили собственную структуру и предоставили черным преимущество двух слонов. И, честно говоря, не совсем понятно, что Магнус собирался бы здесь сделать на ход конь f6, который просто надежно перекрывал вертикаль f, то есть черные готовы рокировать.
Вероятно, белые пытались бы как-то ставить коня на h4. Практически нет у меня сомнений, что позиция черного здесь весьма здоровая и надежная, но у Фабиана были другие планы, и он сыграл конь c5. Из общих соображений ход конь c5 даже сильнее. То есть, если теперь белый вводит слона на c2, то после 2-0 у черных просто заметный перевес. Лучшая структура, повторюсь, два слона с чернопольным без оппонента, и также слон на c2 расположен теперь пассивно, не стреляет на пункт f7, а значит ход конь h4 в общем, весьма заметно теряет в силе. Поэтому Магнус здесь наносит удар слон бит f7, который он явно запланировал издалека. У черных нет выбора, ферзь f7 проигрывает по причине конь e5, последующий ферзь h5, поэтому приходится брать королем. Ну и вот здесь последовало конь e5. Есть подозрение, что ход конь h4 был, если не сильнее, то по крайней мере надежный. После этого белые не забирают пешку на e5, но с другой стороны не вскрывают черным слона с c7. То есть, согласно мнению движка, самый разумный вариант здесь продолжается следующим образом. Черные консолидируются и получают некоторый перевес, но понятное дело, что белые еще не проиграли, все-таки у них есть лишний ферзь, пусть и за большое количество фигур, они создают конкретные неприятности для черных, по крайней мере, временные. То есть ладья идет на f1, конь через f3 на h4. В общем, у черных здесь большой достаточный перевес, но он становится определившимся только после того, как черные сделают несколько точных ходов подряд. Понятно желание Магнуса объявить здесь двойной шах, то есть взяли белые на e5, король уходит на g8, конь g6. В этой позиции ферзь e8 уже заметно слабее, потому что пешки на e5 нет, ну вот сами посмотрите. В таком варианте только черные могут проиграть. Скорее всего, это именно это с ними и произойдет, потому что висит конь на c5, и белая ладья идет на f1. Зато у черных появляется ход ферзь g5. Белым приходится забирать ладью, причем конем. Ладья h8, король g6 не давала белым достаточной компенсации за потерянный материал. То есть конь h8, теперь уже у белых лишнее качество, но конь на h8 стоит довольно плохо, также очень слаб в перспективе король. Следовал слон g4, также очень сильной альтернативой был ход ферзь e3. Возможно, объективно ферзь e3 даже было чуть посильнее. То есть вот какие-то такие варианты. После ферзь g4, ладья f8, конь g6, ладья f7 у черных просто перевес за счет более сильных легких фигур. То есть на g3 висит, конь через d3 идет на f2. Защита белых здесь, несмотря на две лишние пешки, очень тяжела. Если же белые цепляются за ладью на f8, то, скорее всего, они просто получат мат. Ферзь f8, ферзь e5. Ну, в общем, черным отыграли львиную долю пожертвованного материала, конь на h8 остается, и белых висит мат на h2. То есть, какие-то такие варианты, они крайне непривлекательны для белых. Но, правда, они требовали очень точного расчета от Фабиана, и ошибиться здесь было довольно легко. То есть, даже конечная позиция, на самом деле, не выглядит 100% ясной, но вот ввиду подключения слона с b6, черные все-таки здесь побеждают. Тем не менее, ход слон g4... Если и слабее, то совсем не намного. А вот визуально он, мне кажется, смотрится даже лучше. У тебя после hg или ферзь g4 черные просто берут ладью на f8, а следом и коня на h8. То есть ферзь f1 строго единственный ход. И Фабиано наносит мощный удар конь d3, который он явно видел заранее. То есть мало того, что у него висел ладья и слон, он подвешивает еще и третью фигуру. Но угроза ферзь d3 здесь очень сильна. То есть вот после ладья a8 просто получают мат белые на поле h2. Ну, ферзь h1 нисколько не помогает. Белые могли попытаться здесь сыграть конь g6, но, поверьте мне, в длинных вариантах все равно черные сохраняли большой перевес, поэтому ферзь d3 объективно сильнее. Ладья f8, hg. Конь на h8 никуда не убегает, поэтому Фабиано пока занимается объеданием белых пешек. Конь f3, ферзь g3. Когда белые потеряют коня на h8, материал станет равным, а слабость белого короля пока никто не отменял.
Тем не менее, у белых есть некоторая контр-игра, и в частности, очень точный ход конь f7, который заманивал черную ладью на поле f7 под удар пешки e. Здесь, прошу прощения, ферзь g6, конечно, намного слабее. Черным нужно сохранять ферзей, то есть g6, ладья f1. Если посмотреть эту позицию с движком, то понятно, что черные все еще давят, но прямого выигрыша за них не видно. То есть слон b6, подключение ладьи по... подъем ладьи по вертикали f здесь не работает из-за ферзь d7. То есть нужно искать какие-то другие пути, и у белых заметные шансы на спасение. Но Магнус ход конь f7 не нашел, он сделал более естественный ход e5 шах, король h8, e6, сразу стремясь к прямой контр-игре. Ну и вот тут следующий 5 ходов явно сильнейший, очень точный сделал Фабиано Каруана. Сначала последовал шах, теперь сильный ход ферзь g4, создавая угрозу пешки e, а также создавая идею ферзь h5 шах. То есть наиболее естественная e7 здесь ни к чему хорошему не приводило, ввиду вот такого длинного варианта. То есть черные просто окружают пешку e. На ферзь d7 следует слон g3. Ну, на ферзь d4, к примеру, на ферзь e3 следует слон d6, пешка e теряется, и у черных громадные шансы на победу. Поэтому Магнус попытался сыграть ферзь d6. Ну, тут Фабиано нашел оптимальную редакцию вот этого подъема ладьи, лифта, ладейного лифта. Казалось бы, после e7 белые близки не то чтобы к спасению, а даже к победе, потому что их ферзь, их пешка почти превращается в ферзи. Ну, Каруана явно все это посчитал заранее, сделал точнейший ход ферзь h5 шах. То есть не ладья h5, которая после куня h2 совершенно ничего черным не давала, а именно ферзь h5. И теперь строго единственным ходом за Магнуса была ферзь h2. После ферзи h8 его позиция безнадежна, по той причине, что теряется пешка на e7. Если белые пытаются за нее цепляться, то слон f2 с последующим ладья h5 здесь завершает борьбу. Ну, а хода ладья e5 нет по причине ладья d1. Белые теряют фигуру. То есть пришлось бы отдавать на e7, и я уверен, что Фабиано, который находился в прекрасной форме, пожалуй, лучше в своей жизни, он бы здесь такую позицию не отпустил. Вместо этого Магнус сыграл конь h2. То есть видите, что долгая, тяжелейшая оборона, она сказывается даже на чемпионе мира. Конь h2 это грубый зевок. После ладья d1 оказалось, что белые теряют фигуру. И пешка e все равно никуда не проходит. После ферзь g1 и ферзь e3. Она теряется, поэтому чемпион мира признал свое поражение. Великолепная партия с крайне нестандартными тактическими геометрическими ресурсами. Фабиано показал себя во всей красе. И если мы увидим завтра и ближайшие 3 недели именно такого Каруану, то чемпиону мира придется очень тяжело. Впрочем, верно и обратно. Если мы увидим Магнуса образца 3-4-5-летней давности, а Каруану, скажем так, среднего для себя уровня, то очень тяжело будет уже именно претенденту. Так или иначе, ситуация станет намного понятнее уже завтра. Напоминаю, что мы с Кириллом Широковым проведем трансляцию первого тура, а также всех последующих туров. Приходите, смотрите, вы не пожалеете. Всем спасибо за внимание, с вами был Никита Петров.